Сегодня ласы поработаем, ну, научимся заправлять ласы, контроль, свип, самбишены и в конце проходы. Не, ну чтобы была такая взаимосвязь, как проходить и, ну, работать. Ну, пару интересных будет свипов таких, да, необычных. А так, в принципе, там все такое простое. Сейчас у вас, ну, у соперника другая реакция. Вы также заправляете, и он поднимается на обе ноги вверх. Да, мы выходим, вот, нога у вас была под мышкой, она уходит под коленку в лаврию. Уходит сюда. Здесь вы перехватываете от, ну, берете, бросаете спайдер, берете за отворот. Здесь нужно таз подкрутить внутрь, чтобы сломать ему осанку и убить его зрывающе. Это ногой либо убираете с пола, либо в плечо толкаете. И выходите на армию. Сейчас у многих будут трудности, будет тяжело заправлять ногу в долларио. Вот, может быть, у него ноги будут фронтальные, тогда неудобно заправлять. Поэтому вы толкаете дальнюю ногу чуть вперед, чтобы он встал вам, ну, одной ногой впереди. Вы заправляете отсюда, все пять пальцев выходят под бедро. Стандартный долларио. Не держите вот ровно, чуть под него прокрутитесь. Он сразу потеряет равновесие. Можете здесь упираться, можете здесь. Либо делаете армбар, либо ударите свип. Встаем, да. Вот ноги фронтально, мне неудобно заправлять. Я чуть-чуть толкну его, выше бедра заправлю, говорил. Перехвачиваюсь. Отсюда делаю армбар. Встаем, да. Вот ноги фронтально, мне неудобно заправлять. Я чуть-чуть толкну его, выше бедра заправлю, говорил. Перехвачиваюсь. Отсюда делаю армбар. Если он реагирует, не дает сделать армбар. Чуть-чуть на сторону. Если он, допустим, не дает сделать, он убирает ногу. Можете маму сразу слезть. Можете остаться сбоку. Окей? Давайте. Раз, два, три. Сейчас успели? Да. Очень шикарно. А вы всегда корм получаете? Да. Это просто командная привычка. Мы очень... Командная работа. Да, командная работа. У нас просто у блондинок мозг на двоих, понимаете? Thank you.
чуть-чуть физухи от Андрюхи. Хоку. Головокружение Кукухина от Ласса Гарда Солодухина. Все нормально проходит? Да, тема сложная или нет? Вот как ты видишь, ребят? Тема сложная, да. Ну вот, которые первые три дрилла мы делали, она вот для всех подойдет, поясов. А вот сейчас уже с Долариевой, это уже у белых поясов трудности, а так? Первые три дрилла, если делать, все будет хорошо. Тогда и что? Тогда и техники дойдут, да? Да.